поохотиться на вечерочке. На вечерочке поохочусь сейчас. И на утряночку, наверное, останусь, переночую. 4 дня здесь был, там на рыбалке сидел. Утки летали, даже гоголь летал. Табунчиками крика, щерок. Сейчас уже увидел. Здесь одна речка идет, и вокруг поля пшеница. Ну, короче, зерно везде. И сейчас уже с полей 4 штуки прошло, где-то там сели. Сейчас лодку уже накачал, приготовил. Сейчас поплыву, проплыву, ну, где-нибудь стану, увижу, куда садиться. Стану куда-нибудь в заводе. Здесь заводи есть такие, сейчас покажу. Такая речушечка. А сейчас пока по-быстрому приехал, перекушу по-быстренькому и все, и на охоту охотиться. Осталось-то 2 часа и темно будет. Посмотрим, что получится. Все. Вон охотник сбил прям с лодки. А едет со спиннингом, я думал, рыбак, охотник обогнал меня. Так, там охотник стоит. Значит, надо где-то здесь в камыши становиться. Вот сюда, наверное, стану где-то. И буду ждать, стоять. Ой, чучелами, чучела. Нет у меня здесь чучел, все на родине. Сейчас бы сюда чучела поставил бы, бросил бы. Даже с десяток, и достаточно было бы. Как раз заводь такая хорошая. Камыш редкий, там он плесик. Здесь вот как крикошовое место. Мы будем ждать. Налетит, налетит. Добудем. Не налетит, ну так, такая охота. Все, ждем налетов. И мимо. Ёлки-палки. Крякал, крякал час, наверное. И мимо. Ну, бывает, что. Будем дальше крекать. Сел прямо здесь, черочек. Да. Морозы нынче. Что тут у нас? Китаец-то заведется в такой мороз? Нет. Сейчас попробуем. Водится. Попрем стрелять. Добывать крикоша. Готов, щенка. Крикаш один готов. Так, ну отсидели утро не зря. Так, сейчас его забрать надо. Сидел все утро. Ни одной утки не увидел. А это смотрю, там он охотник пешком идет. Смотрю, присел. Сел, значит, где-то идет. Вот нашли, разворачивается. Это самое. Ну-ка. Вон он лежит хорошо. Не над камыша, не в камыши упал. Вот. А сейчас развернемся. Вон еще одна уточка пошла. Сейчас, может, еще и найдет. Высоковато не буду стрелять. Так, ну где? Чисто битая шилохвость, шилка. Вот
такая вот уточка шилохвостя. Три нашли, одну со второго выстрела. Четко, чисто битая. Все, ждем дальше. Уточек, может, еще повезет. Ну, буду заканчивать, наверное, охоту. Охота была, наверное, заключительная в этом сезоне на утку. Хватит. Вчера смазал по крикашу. Ну, а сегодня добыл с утра шилохвость. Не пустая охота получилась, завершающая в этом году на уточку. Так что все. Всем удачи, всем пока, ни пуха, ни пера.